Здорово, друзья! Сегодня у нас рубрика «Что ты мне взял?», но золотое на 7-й карте. Ну и, конечно, с этим лутом, который нам выпадет, мы пойдем с вами в радиацию. Ну и самое интересное, что одели сегодня фуловую сталь, взяли все как обычно, ну и погнали откроем ящик. И зайдет наш тиммейт, который тоже, в принципе, откроет золотой ящик и посмотрим, что нам с него выпадет. Все как обычно, берем эту пушку рандомную, он о ней не знает. Мы ее скидываем, вот как только катка начинается, он смотрит на нее, понимает, что это точно не его оружие, и вот таким образом мы с вами идем играть. Тоже будет самое и со мной, потому что мы сделаем таковой обмен для тех, кто не в курсе. Также у нас в Телеграме стартовала прокачка аккаунта на 32 500 UC. Можете залетать, там есть утяжительные призы, если не выиграешь, то, может быть, выиграешь что-то поменьше. Думаю, это очень круто, поэтому ссылочка, как обычно, на Телеграм будет в описании, а розыгрыш, я думаю, без проблем сможете найти. Переходим в черный рынок. Удачу я уже сбил. Ну и погнали, открываем совершенно что-то рандомное. Окей. Также про таланты не забудь, мы сейчас это проверим. Я без выносливости, и ты с выносливостью. Ну посмотрим. Вообще, кстати, интересно, типа, можно попытаться пробежать там, ну, 100-метровку, допустим, и посмотреть, насколько это важный талант. И стоит ли он того вообще. Так, ну ты готовься, карту у меня, и полетели. Не знаешь, где закупить UC, или хочешь найти, где подешевле, у меня для тебя есть отличный вариант. Это сайт FunPay. Регистрация здесь проходит всего лишь в пару кликов. Покупки безопасны, а цены даже ниже, чем в игровых магазинах. И если ты хочешь задонатить в PUBG на новую рулетку, или на новый кейс, или еще на что покруче, то тебе только сюда, с самыми низкими ценами. Этот сайт работает уже с 2015 года, и на нем вы сможете не только купить что-то, но и продать что-то свое. Залетайте по ссылке в описании, покупай и продавай. Так, ну что, давай. Вот тебе то, что вообще странное, очень странное. А у меня минус 5 скорость, кстати. У меня минус 3. То есть минус 2 дается. Ну давай попробуем пробежаться, вот где-нибудь встанем. Ну и плюс-минус. Все, давай, раз, два, три. Я чуть раньше старт. Ну давай, ты не должен меня догонять, по сути. Ну смотри, да, догоняешь. Ты без буста же бежишь, надеюсь? Хорошо. Здрасте. Ой. Красавчик. Вот не, ну смотри, ты все равно быстрее бежишь. Типа не сильно, но, блин, как будто это значимо. Понятно. Сейчас это оружейки, у меня дышка кобра упала. Ну, сейчас откроем. Ага, ничего. У меня тоже ничего. На этом наша удача закончена. На самом старте. Чуть-чуть непривычно без энергетика играть с этими, с АВ-шками. Но я угадал с уроном. У меня урон на АВ-шке. Я говорю, а на луге какой баф? Что-то я даже не посмотрел. А, да? Он золотой? Я не знал. Изысканная пуля, умный прицел, кстати. Ничего себе, у меня плюс скорость, максимальное прицеливание. И поэтому это... Ну да, прям. Не сказал бы, что моментально, но быстро очень. Так, ну я под бустом. А ты без буста? Да. Ты быстрее меня будешь. Ну да, типа, кстати. Энергетик лучше. А да. Давайте теперь я флаза бустаюсь. Смотри, как я двигаюсь. Йоу-йоу-йоу. Энергетики быстро пить, вообще бы клево было. Блин, ты у меня телепортировался. Просто такой оп и все. Но мы плюс-минус одинаково бежим. Ну ты все равно быстрее. Ну, это очень надо там, не знаю, наверное, 5 метров за 100 метров. 5 метров быстрее пробегаю. Не, ну все равно, ну-ка. Ну не 100, побольше. Ну, может быть, на 100 метров метров 5 получится. То есть смотри, ты начинаешь отдаляться все же. Ну здесь, конечно, спорный вопрос, что важнее, типа... Мне кажется, хилки лучше прокачать, то что вам бегать. Понятно, нам сегодня явно не везет. Так, вот здесь, короче, топали. Прям там, где я был. У меня двое. Трое. Тоже один чувак был. Четверть, походу. Что-то мы распарились, тебе не кажется? Тут просто что-то это. А где они есть, кто хочет? С гейта заходят. Но
но не с кем-то. Там босс тоже стреляет. Блин, я не понимаю, у меня где-то чел топает, я не знаю, где он. Не-не-не, сзади нас. Они с разных были, че? Во-во-во, вот этот вот. Вообще по барабану. Отстой. Но они друг с другом. Они сами. В чем фишка? Зачем он добил? Зачем он добил? А, он думал, что они тебя заберут, ты с какой-то там говнопушкой. Кстати, ауку стали какой? Ауку ковраный язык. Ну не знаю, но мне было страшно, если честно. Я скажу так, то что тут лута, ну, они все красные. У меня кончились хилки, а еще оказывается, что я не брал ремни. Я не знаю, как так сложилось. Кстати, патронов можно подобрать с меня, и хилки тоже там нормально. Ну, я просто не уверен, что это мне нужно будет. А можно я просто заберу лут и убегу на выход, да? Но тут, ну тут типа реально очень много, ну как бы, блин. Сколько я оставляю? Броню? Броня, броня, рюкзак, МКшка. Вот они уже все, не лезут типа. Ну я выношу МКшку, два шлема, два броника и три рюкзака. Плюс я захватил сейф и жетоны. А я, кстати, даже тебя не смотрел, прикинь, то есть там, возможно, с тебя что-то упало, я даже об этом не знаю. А я всего лишь троих закрыл, ну как бы последних. Так, с набор премиум оружия, погнали. Ой. Что там, все плохо? Чуть-чуть нехорошо. Не сказать, что прям вообще все очень плохо, но все хуже, чем очень плохо. Спасибо, обнадежил. Ну, такое, короче. Знаешь, если ты угадал таланты, то я не скажу, что это победа. Все равно три тычки в целом, то есть три тычки как бы, и ты, по сути, побеждаешь. Ну, кстати, тоже с талантами, опять угадал. Розовый, сайга? Ну, ДБС бывает, кстати. А, ну... А, не, письмо упало. А, да? Да. Походу. А так можно? Оно да. Даже не выделялось. Нет, штучка. Это штучка. Сюда ее. Сколько от босса выбили, который стоит 120. Да, кстати, мне какой-то человек показал очень много предметов, которые я ни разу не видел. Но их, видимо, фармит, ну, на шестой карте. На третьей карте. Ну, типа они на вот этих. С третьей карты. Ну, там с босса, то есть там такая редкость, ну, вроде предмет, но самый обычный, типа вот аэрофото. Вот, ну, по цене как-то так. А по факту, ну, он такой редкий. Красный. Ну ладно, аэрофото лучше. Все же. Вот они тут каждый раз падают. Ой. Кайф. Ладно, чел косой, я тоже. Блин, хорош. Но он вообще, кстати, я не понял. Он опасный такой. Он сольник. Нам в этом повезло. И где они? Неужели они просто босса валили? Не-не-не, тут дымы были. Надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я в такую заваруху попал. Это капец. Молик еще мне кидают. Я понял, я просто не перестрелял его. За мной мне не там хватило урона. Но пускай будет. Но мне кажется, я его продам. А могу прочитать? Ну да, они же читают. Это же типа сюжет, ты не знал? Там типа всю игру как бы, ну, то, что вот ты находил, и там постоянно был какой-то сюжет. То есть там говорилось про пятую карту, там про мутанта вот этого вот. Сейчас говорится про пневматическое оружие. Ну, короче, вот как-то так. Ну, только глупо то, что его постоянно удаляют. То есть, если бы все эти вот сюжетки, ну, как-то собирались хотя бы там за сезон, можно было бы пазл сложить. А в итоге сейчас вот, например, там 1-2 есть, а там, которые были 18, 25, там, не знаю, 14, может быть.
Их теперь нет. Ну вот, как и вот так. Еще новые предметы были, которые, кстати, тоже убрали. Было интересно. Тебе, кстати, очень редкая пушка выпала. Бац, бац, бац. Ого. Скажу честно, победим? Слушай, ты с талантами угадал, я угадал, да? Да. С того не менее. Вот оно как работает. Ну вот это. Вот эти ящики хорошие, я знаю плохо. Раз. Ну да. Ну мне депс. Шлем, видимо, тебе. У меня 33 на шлем. У меня 18. На депс 98. Когда тут начнут выдавать патроны нормально? Типа, блин, тут падает постоянно там ДБС, сайга, на сайгу вообще патрон нет. Сюда идут, Андрюх. Давай подождем. А их много. Парни, вы чё? Ну, ребята. А ты жестко их разнес. У меня чел тут под меня убежал. Надамажу. Не, чё-то он прям попутал. Но ой, там еще. Спасибо. Почему нет скорости ползания в Ноке? Ну, я здесь, но время. Блин, это бы секунда, у тебя рюкзака нет. На секунду быстрее рез. Мне броню просто, ну все. И очень плохо. Справа, да, уже. И слева тоже. Подожди, не двигайся. А у меня броня нулевая. Воу-воу-воу. А что, ты типа брони есть? Ой, ты молодец. У меня брони нет, понял? Давай, что топовая позиция. Ругаешься-то? Сюда идет, сюда идет. Не знаю, закрывай как хочешь. Но я больно дал. Там еще. А он не с их разве? Да отстой, у меня брони нет, так что можешь это, меня сильно не резать. Они с одной пачки. Блин, я понял. Такс, мне вернули броню. Ой, получается ничего не сняли. Так развалил. Ну блин, вот этих с двух сторон начали стрелять вообще. Так, а где эта пушка лежит? Ой-ой-ой-ой, что это такое? Зато золотой, да, то есть. Ну, расширенный магазин точно есть. Так, а мы, видимо, стреляем. А где еще? Он бросил своих тиммейтов. Или они его. Ага, а вот и. Как они там оказались? Я не попадаю. Меня убил муж. Это тупо. А там же на, да? Ну, один сверху сейчас на тебя выходит, а другой слева у меня был. Он идет помогать ему. Чуть-чуть далеко еще. Ну, граник зарешал. Давай. Блин, одну тычку буквально бы оставалось. Ну, ты ему больно дал. Кстати, Андрюх, если такие пушки будут падать, типа, братский, бери это в вес, типа, когда в упоре, я привык просто палец потом набирать. Дальняк, я согласен, а тут просто в упоре ты наводишься, еще и тапать, короче, половину там мимо улетает. Не, у меня просто получалось, ну ладно, я тебя понял. У тебя просто под правый палец стоит. Так, ну я понял, сейчас все будет. Па-бам, па-ба-бам, 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 бам-бам-бам. Удачной стрельбы. Патроны-то, кстати, вот тут зажигать. Ну, не так много ты взял. Ну ладно, погнали. Откроем ящик сейчас я опять. Я что-то так подумал, семерки степов можно поднять. Ну да. Но я тебе взял специально больше. Ты что, расширенный магазин, что ли?
да, расширенный сборочный. Ну, я тебе говорю, это прям, ну, фига себе, блин. Она патронов, и так, блин, она медленная, пипец. Сейчас проверим на боте. Не повезло, не фартануло. Так, в этот раз нам не повезло. Чё же подарки судьбы? А, это был чел, реально? Зачем вдвоем зажимать? Просто хорош, молодец, реально, ну. Зачем надо было это делать? Короче, такого ты еще не видел. Пуш? И просто, ну никак, ну никак. Моя мечта исполнилась, сняли шлемак. Блин, эта пушка выпала, ну, повторная. Чуть-чуть не делать, у меня деньги кончились. Ладно, я тебе возьму просто тогда с обычного мега-оружия. А как так? Ну ладно. Возьму с обычного мега-оружия. Не, ну если СЛР-ка, я согласен, что мне с ней понравилось. Да нет, тут как, тут вообще другой уровень. На, ой, сюда хуй. Тебя вот просто. Ну да, ты угадал, но я не мог тебе этого сказать. Да ты прикалываешь, мне даже урон не прокачан. Ну что это такое? Ну что ты мне дал? Ну считай то, что изысканная пуля. Плюс умный прицел. Ну не совсем, это не, немножко не так работает, если честно. Ты еще главное берешь мне вот тут горизонталку взял зачем-то и этот, как его называют, прицел, ночник. Ну ты же close fighter. А ты затащишь? Ну да, я же с двойкой раньше играл. Ну мне просто непривычно. Особенно знаешь, вот тут этот ускорение прицеливания ужасное, он типа вообще моментально открывается. Нам бот хаешку кинул? Понятно. Так, сейчас у нас будут люди, возможно, справа, да? Или нет? А, ну их может и не быть. А, ну и слева могут быть. Ну погнали на босса, наверное. Так, сейчас потратим все патроны на босса, выйдем на типов. Ты мне взял почти 700, но я их явно не потрачу на босса. Не, ну я для этого и взял, что там ты захочешь ботика убить, потом там еще одного ботика убить, потом до типов только. Потом собак. Стальной фронт, кстати, еще быстрее прицеливание, жесть. Прям супер-супер-супер быстро. Давай зажмем. У меня по голове не летит почему-то, я не знаю, как это работает. Короче, он стал спиной, у меня начало по голове лететь. Почему-то. Слиток золота сюда! Зачем радиация, люди? Лутайте, да, зачем радиация? Здесь, смотрите, спокойненько залутались, ушли на выход, вышли в лобби, продали, начали на укатку. Ну да-да-да. Здорово! Вы просто попались. И чё, как, по урону нормально? Да не очень, если учесть то, что ты его ранил, то так себе. Нет, я ни разу не попал. Да? Я по этому стрелял, да. Точно говоришь? Я специально того пропустил. Точно говорю. Ну, тогда более-менее. Но у него хп как будто, типа, не целые были. То есть он, ну, слишком даже быстро откис. Ну, либо у него просто 100 хп вместо 116, и, типа, там, две тычки разница, ну. Ну, с моего броня шлем. И так что нормально. Вообще легчайший. О, спасибо. Да, золотой, это хорошо, давай что-нибудь интересное. Гроза. Нажал отмена на... Я пропустить-то мне не дал. Жесть, так я тоже пропустил. Так я тоже пропустил случайно, понял, типа? Но она выпала мне. Блин, капец. Ну слушай, было честно, тут вообще 50 на 50 как бы, как будто бы, так что... А что, бафка, кстати, какой? Умный прицел просто. То есть такая. Поэтому а тебе показало, что она выпала тебе? Мне прям показали, что она мне выпала. Да, она. Ну, типа, я не мог подобрать. А, ну, то, понял. Что у меня полный рюкзак, я не подобрал. Но у меня слот был. 500 патронов, раскидок. На, ясно, я, ясно. Отстань, я слышь, куда? И где эти бежит, ребята? Бежит, сладенький, бежит. Молик кинул. Слева пойдет, наверное. Вот тут вход убежал, да. Вот тут вход убежал. Выбежал.
Да иди ты своим граником. Гаси. Это было больно. Да он вылечился, как будто. Я прям много ему дал. А, у меня места нет. Долго мы, конечно, лутаемся, потому что зачем они все эти пластины держат в себе? Я никогда, кстати, вот только за этот сезон я так много выкидываю этих пластин, ну просто вообще. Это он вот по кому? По нам начал стрелять? Да. Да? Ну. Алло, ты чё? Ну это типа тут тупо так-то вроде. А вон. Пипец, 0 хп просто. У меня фулл обоймы, короче, едва ли хватило, чтобы хоть как ты его. Ты сейчас охренеешь, сколько там всего. Хочешь сказать, он соло радик лутал? Нет, он не соло радик лутал. В нем шмоток, я манал. У него нет радика почти. Жесть. Вот предположение такое, могли ли улететь? А, все, это вот фуловая шестерка. Да. А тут, кстати, по вещам скудненько, но это... Ну, у него выкидываем не больше радика. Все, забираем там, не знаю, миллион подсумков, типа... Слушай, ты погоди, двери кто открыл? Он открыл или кто открыл? Ну, он, по сути, он не должен был успеть. Только что закрыты было. Я тебе отвечаю, смотрел, зеленая галочка была. Сейчас смотрю, уже все. Справа топают. Какой-то бомж. А, да раз тут... Погоди, откуда у них черная дверь? А, кстати, мог. Мы в штурм играли, тут письмо типа упало. Че, он говорит что-то? О. Погоди, давай проверим. Давай проверим. Так это не он, у него сейф не убралось, понимаешь? Ну, блин, того тоже, по-моему, мало всего было. Ну так, вот и вот именно. Тут же как минимум 6 штук разных падает. Вижу. Так он сейчас лута может у нас натырить, возможно, уже натырил. Я ж там с того вообще ничего не забрал. Я хотел только попытаться это сделать в будущем. Один забрал, короче. Но это фиолка. Ну понятно. Ну может они разделили как-то лут? Так, давай глянем, слишком много всего валяет. Опа. Тут бот красный, или кто это? Это док. Док с аэрофото, понял? Так, мне нужны розовые штуки, чтобы обменять на мешочки. Так, что-то как-то мне не нравится, что я сейчас настолько много всего выкидываю. Блин, ну... Ну нехорошо так, ну нехорошо мне от этого. Ну сейчас гляну, у него тут... ну хватает, да, нормально. Так, у меня... Слышь, тут что, куда... Еще один. Это новый спас штурмовиков. Дядя Туб, за что ты так со мной? Да. Он говорит, за что ты так со мной? Я ведь твой подписчик. Пошел в жопу. Ну, мох люди, ребята, мох и вообще. Не в тот момент. Меня там жестко, это, того самого. Туда-сюда. Так, погнали, тут кобры. Есть. Кобры залутаем. У тебя слот случайно есть свободный или нет? Ну, сейчас, видимо, это... Начал есть. А, это последний у них был. Думаешь, мы закрыли 5 штурмовиков? Блин. Ситуация вообще отстой. А как лутать? Есть какой-то секретный способ? Погоди, у меня 500 мешочков. Все в сейф лезут? Чё? Тут, короче, броня, шлем, рюкзак, МКшка. Тут они типы просили поделиться, но они могли просто залутать. Ну, ты понял. Он пробежал мимо вот этого типа, серьезно говорю. Он мог просто взять себе там все тут было. Не знаю, я когда голым бегал, ну, типа, я, может, увидел бы человека, но я смотрю, вот что-то лежит. Потому что часто так бывает, что вот шестая шмотка, ну, просто так валяется. Даже в соло. Их прям много. Андрюха, у тебя жетоны есть? Нет, я все выкинул. У меня сейчас 18 жетонов. Нормально. У меня было что-то типа 9. Где-то около того. Но я 6 сбрасывал, потом еще выкидывал. Как они тебе влезли? Иди шмотки забирай. Ты взял там вещи вообще? Да вот тут один рюкзак. Чел топает, давай поделимся с этим. Подожди. Стой. Тормози, мы тебе лут дадим. Пойдем. Убивайте, пожалуйста. А, у тебя ткани нет. У тебя ткани нет. Я нашел. Пойдем, покажем.
Короче, тут лишнее. Забирай. Смотри, броник можешь их натолкать. Вон в том трупе рюкзак, который прямо перед тобой. Рюкзак я заберу. А ты заберешь? Да. Капец, не граником. Фигак. Я пойду лечиться. Ты во всех трупах Радик еще. Смотри, тут еще во всех трупах Радик есть. Слушай, нормально ты его одел? Ну, блин, благотворительный фонд. Ну, пускай. Типа, все равно многим лута штурмовикам ты не раздашь. Вот одному как бы, ну, более-менее будет. А вот всем, ну, что смысла это? Немного. Так, у меня три шлема, рюкзак, четыре брони, 500 мешков, два ляма, две золотые пушки, два слитка, аэрофото, нормально. Ну что ж, кто бы знал, что вот именно с ППшкой мы затащим. Хотя, мне кажется, роль сыграла не ППшка, а то, что ТМКшка-вышка выпала. Ну да, там даже уже этот, как бы, само восприятие мозгом этой катки, оно уже немножко другое. То, что это не как какой-то челлендж, а как что-то самое обычное, и ты по-другому настраиваешься. У меня такое тоже было. Типа, я играю с МКшкой и забываю. И забываю, что мы сейчас тут жестко потеем. А ты просто МКшка бегаешь, стреляешь, как обычно. А я с ППшкой, понял, я прям, ну, осторожно пытался. Но чуть-чуть тяжело было. Ну, может быть, лазерка, конечно, была бы круче. Хотя, кто его знает. Но я от бедра стрелял. Ну что, получается, на этом все. Лайк, подписка, участвую в розыгрыше на прокачку в Телеграме. Ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите новых видосиков. Да, и до завтра в новом видео, как обычно. Пока.